красиво летят. Вторая смена лагеря. Аншлаг сегодня здесь у нас. Перегородил, чтобы люди знали, куда ехать. Потому что там у нас перекрыто. Перекрыт выезд. Нерабочий. Пока. Минск. Дети едут в лагерь. Полная стоянка машин. Все, на автобусы идут. Детей отмечают там вот. И в автобусы, и в лагерь. В летний, 21 июня. Так, тут все нормально. Там тоже выезды перегорожены. Пока две полосы, реверсивное движение. Кто въезд, кто выезд. Здесь они нормально вписываются. Разворот. Поруководим, короче. Всем доброй пятницы.